О, Мария! Ебилы, блядь! О, Мария! Всё, блядь! Блять, какая, а? Проводилось в течение 2 лет Министерством регионального развития России во взаимодействии с Российским союзом инженеров, а также с привлечением Госстроя, Роспотребнадзора и МГУ имени Ломоносова. Его итог больной, блядь, генеральный рейтинг, привлекательность. Ты чё, олень, блядь? Поставил.
чайником. Пидорас! И когда человек настолько похуистично вот к этому относится, блин, ну, на мой взгляд, это... Вот. Так, ладно, слушай, ну, давай. Ну, пока. Да, давай, пока. Дайте мамашу, блядь. О, о! Есть, блядь, готовы. О, смотри, видишь? О, молодец! Молодец! Как мама чихает. Вот! Пиздец. Мне надо из этих 30 перекидать так, придумать, чтобы вместилось 18 лежек. На переходе. Ну, так она же видела, что это.
Так быстрее! Блядина ты ёбаная нахуй, тварь, блядь, сука. Есть. Ай, блядина ебаная, куда ты едешь, жуёбок, блядь? Долбоёб ебаный, блядь! Сука, дебил, блядь, я тебе перезвоню, нахуй. Блять, ну вы чего? Ёбаный, блять, ты что, ебанутый, блять? Блядь, тяжелый танк немецкий или нихуя авария, батя? Я туда заколебался, блядь. Ай, есть, блядь. Ну, гражданин. Да, да, там, что он свидетельствует, а они ему за это там делают его свидетелем.
одну встречу, там небольшой срок только за бродяжничество. Блядь. Браво, 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 сдавай аккуратно только. Стой. Молодец. Умничка. Все. Там эвакуатор ты можешь потащить туда. Что-то ни разу не потащил у него этот. Ой. Опа! Меня-то хоть не зацепили.
ее выпустить одну в день. Ну ладно, пусть за полцены ее продать там за 2 тысячи. Нифига себе. Ё-моё. Ох, твою мать, ничего себе. Рыбу сыну, а как тут все везешь, чтобы не прорвать. Куда кладемся, вот там. О, блин. Что делать? Помогать. Заело. Да не, не думаю. Не дура. Не дура. Считаем плюс 13. Ну, блин, все. Молодец. Ну, зараза.
меня бывает, кис. Вали нахуй отсюда!